Сегодня мы сделаем расклад на любовь, на отношения для тех, кто в паре, представителей знака зодиака Овнов. Для Овнов на август месяц 2018 года. Это будет правая сторона ваша, левая сторона партнера, и что вас связывает на данный момент. Я хочу сказать, что расклад этот общий и не для всех овнов. Само собой, разумеется, он будет подходить, но для тех, у кого отрезонирует сразу, а те, может быть, что-то почерпнут отсюда. На вашей стороне выпадает шестерка чаш, паж чаш, перевернутый, рыцарь чаш на стороне овнов. На стороне партнера выпадает пятерка пентаклей, тройка жезлов перевернутая и шестерка чаш в прямом положении. И привело вас сейчас к этому состоянию. Карта описывает ваше состояние текущее, это подвешенный. И вы, дорогие овны, представленные восьмеркой чаш, вам все надоело и не хочется. Паж пентаклей в перевернутом положении. А также у вас, вы готовы представить любовь. Ваш партнер представлен пятеркой пентаклей, тройкой жезлов перевернутой и шестеркой чаш. Ну что ж, что вас тревожит, что у вас пересекается? Выпала карта повешенной. Это ситуация, которая зависла во времени. Ни один из вас не может или не хочет принять решение. Вы, возможно, теряете свой шанс на продолжение отношений. Со стороны овнов, которые находятся справа, выпали одни чаши. Такая ситуация выглядит, что вы, овны, меняете планы. То одни, то другие. Вы в поиске новых отношений и думаете о разрыве существующих. Потому что вас не держит почти ничего, кроме прошлого. Может быть, даже какая-то жалость к своему партнеру. Вы его видите как... Может быть, это была ваша первая любовь. Или вы его давно знали, и потом снова вместе оказались. Какие-то прошлые связи. Вы чувствуете, что он перетерпел разные передряги, что у него есть такой эмоциональный багаж из прошлого. А вам это не нравится. Но по пажу перевернутому вы ему это не показываете. Вам не хочется вовлекать себя в отношения с человеком с проблемами. Но вообще вы предлагаете любовь. Рыцарь чаш говорит о том, что да, вы его любите. Вот если бы он был в лучшей форме, получше и физически, и морально, и душевно, тогда бы вы, конечно, готовы были предоставить ему свою любовь и чувства. Поэтому с вашей стороны ситуация подвешенная. С его стороны тоже. Он находится, может быть, возможно, в финансовых трудностях. Может быть, он поменял дом или ушел из дома, может быть, от родителей.
Может быть, что-то у него случилось такое, что у него возникли финансовые проблемы, и сейчас он выглядит немножко потерянным и разбитым, я бы сказала, истерзанным жизнью. Но, опять-таки, прошлые воспоминания, может быть, это к вам, его к вам и привело. Может быть, он вышел из каких-то отношений прошлых, разбитых. И как-то вы с ним встретились, и теперь вы не знаете, что же делать дальше. Вас держит прошлое, но вы испытывали любовь, особенно вы к нему, Овны, к своему партнеру. Поэтому вы оба в таком подвешенном состоянии. Вы не знаете сейчас, к чему это приведет. Но чем дольше вы будете в таком состоянии, тем только будет хуже. Карты говорят, что вы теряете свой шанс, потому что вы зависли во времени. И, скорее всего, это время в прошлом.